была плохая попытка. Во-во-во-во-во-во, давай, 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 давай. Ой, красиво. Ой, красиво. Ух ты! Нормально? Не пищит. Ой-ой, тут поворот. Ой, тут поворот, моя машина не поворачивает. Я думал, обгоню Алёшу. Тут, блин, это было близко, кстати. Ох, эти проблемы владельцев Lamborghini. Я не могу быть на втором месте, я всегда должен быть только первым. Второе, а что такое вообще два? Это что, эти цифры вообще существуют? Да, думаю, BMW можно продать. 592, чего, доллара? Да. За машину 500 баксов. Жесть, я беру. Продай мне. Ну, заодно серию пересмотрю. Интересно, что там наснимали вот эти вот ютуберы непонятные какие-то. Всем привет, друзья! Добро пожаловать на канале Tia Games. И сегодня Tia — это я и какой-то пацан на непонятной желтой ламбе. Это желтая ламба? Планировалось как желтая. У меня просто с цветами проблемы. А, ну как ты сказал в шестой серии этого God of War, что, ну, что-то там про дальтоника, когда я сказал цветы, вот. Но, правда, потом ты сказал, что это была шутка, так что я не знаю. Ты знаешь, я даже не помню, что я говорил в шестой серии, что вообще было. Ну, я просто ее недавно смотрел, несколько дней назад, и оставил там коммент на вашем старом Оледин канале. Я понял, ну, я там вообще... Можете его почитать. Я посмотрю обязательно. Ну, заодно серию пересмотрю. Интересно, что там наснимали вот эти вот ютуберы непонятные какие-то. Ого. Я, кстати, так следил за выходом God of War, что шестую серию посмотрел только сейчас. Точнее, даже еще не досмотрел, вот. Ты прям самый ответственный зритель, на самом деле. Да вообще... Своевременно всегда смотришь все видосы. А, пальма. Окей. Так, ну что, мы продолжаем, да? Куда едем? Куда зовет двигатель Ламба. Понятно. А он зовет туда, где куда дороги не ведут. А, вот, это на стоянке, типа. Во, смотри, нашел. Рядом с бубликом. Шустрый чего-то. Таннел. В смысле, мы здесь были уже, нет? Развернитесь, чтобы начать событие. Да ладно. Нам, короче, надо, знаешь, что сделать? На, значит, блин, я, наверное, сейчас возьму свою белую. Блин, надеть не буду брать свою белую. Поеду на этой. Или поеду поехать на белой. Или поехать на этой. На белой? Или поехать на белой. Голосуем. Ты в гараже или я могу... Как через 10 секунд гонка... Я в гараже, сейчас я поменяю резину опять. Ну ладно, сейчас выйдет тогда. Все, я покинул гараж. Ты успеешь, я поменял обратно на дрифт. Сейчас посмотрим. Ждем. Мне кажется, что она мне не кидает приглашение, покуда я нахожусь в этом. В анабиозе? Да, в нем. Как с языка снял. Так. Все, я на улице. По-быстрому выйдем. Ну, в смысле, не сижу на улице, я сижу я дома, но как бы в НФС я на улице. Хорошо, ты уже побеспокоился. Если ты, конечно, вдруг начал переживать за меня, нет, у меня тепло. А чё она теперь мне показывает, как пройдено? Это в смысле? То есть я вошел-вышел, мне показывается, что все, гонка пройдена. Это... Изи-гонка. Чё? Самая изи-гонка, которую только встречал. Я теперь так, уже мне тебя не надо знаю. Найти, кстати. Я теперь уже не знаю, что выбирать. Мы вообще в одном лобби? Это ты? А, вот я тебя вижу. У тебя она пройдена. Я прошел, конечно. Проблем нет. А что там за гонка-то? Шустрый таннел, гонка на время. А кленовый бекон? Нет. Ну, если хочешь, можно его. Я не хочу бекон. Правильно. А, шустрый таннел, вижу. А, блин, а 3500 сюда дают, да? Что-нибудь по это, по... Как его сказать? Блин, слушай, по масштабу, я уже забыл, что тут по деньгам. Маньяк или мастер, смотри, есть. Кольцевая гонка. Награда 8000 бачей. Хочем? А, ну я точно не маньяк, но можно. Вот. Надо, короче, бабки заработать. Надо заработать бабла. 8 тысяч, неплохо. Я хочу презентовать тебе свою новую машину.
А, ну я телепортнулся сейчас, так что попозже. А старые я продавать не хочу, поэтому надо деньги. Надо деньги. Money, money, money. У тебя старая новая машина? Блин, я не починился. Ладно, неважно. Старая новая, да. Все равно побьемся. Так, я попробую всех пригласить. Может, будет На чем еду, веселей. еще можно пригласить? Ты смотрю, 4 аж человека. Ты хочешь, чтобы меня все унизили, да, коллективно, не только ты на ламбе? А, меня из игры выкинуло! Покинул. Теперь Чего? я новый лидер команды, спасибо. Но это очень странно. Чем мне с чувачками проехать? Неплохо меня на гонку закинуло, мне нравится. Да, езжай с чувачками тогда. Ладно. Странная какая-то хрень, если честно. Посмотрим, кто мы. Мы Веном. О, не, они, короче, здесь они совсем не Веном и даже не Спайдермен. А кто? Не знаю, короче, я только тронулся и на первом повороте всех оставил, не знаю, наблюдать за гонкой. Что у них какой-то класс совсем не классный. Блин, на чем единственная проблема будет сейчас в том, что я, возможно, не смогу к тебе присоединиться. Потому что сейчас кто-то приконнектится наверняка пока. Подборка. Не-не-не-не, никакого подбора. Чё, ё-моё, игроки в сети. Да, все, я уже к тебе не могу законнектиться. Ну, сейчас и доеду, и заново сделаем. Окей. Йо! Тут коварные стены и перекладины. Так что я даже смог стать вторым. Но у меня это не очень получилось, я снова первый. Просто я понял, что на ламбе не получается быть каким-нибудь только первым. Очень сложно другие места. Ох, эти проблемы владельцев Ламборгини. Я не могу быть на втором месте, я всегда должен быть только первым. Второе, что такое вообще два? Это что? Эти цифры вообще существуют? С тех пор, как я владею Ламборгини, я не слышал про вторые места. А, два это Я обед. всегда первый в сервис. Обед Че в два? обед в два. А, обед, да. Не в 2, а в 14:00. Точно, точно. Ланч. Ланч. Все обычные люди обедают, а мы ланчуем. Ланчуем. Блин, Да, вот нормально. эти типичные нарушения. Рейтинг плюс один уверенный след. Я не уверенный. Так, задевать машину с трафика или попов. Мы скажите, что так и мы в час. Но тут даже ежедневные задания есть, офигеть. А, да, кстати, я сегодня в игру Вполне зашел, тебе подходит. оторвался от копов, и уже одно ежедневное задание было пройдено. А ты хорош. Так. Ну чё, как успех? Ты уже на финише? Пока еще, к сожалению, нет, еще 3,5 километра не хватает мне. Ой, тихо. Самое время начать заспамить приглашением. Нет, дайте доехать. Дайте мне всех по-хорошему унизить. Те, блин, постоянно он не соглашается, зовешь его, зовешь. Чем он таким важным там может заниматься? Да вообще, сам в шоке захотелось. Это что-нибудь приходит вообще? Да, было.
Я просто нон-стопом отправляю. Что, почти доехал. Все. 4 минуты, ничего себе. 8 тысяч минут в кармане. Я страдаю в одиночестве. Хватит вот это вот, блин. Так, все, я принимаю, я принял, все. Вот, учитесь скипать. Ой, блин, короче, понятно. Хотел заработать бабла, бабла заработал тебе. А зачем тебе? В смысле, зачем? У меня машина стоит некормленная, надо ее заправлять. Некачанная. Блин, зачем я ее вообще купил? Слушай, а может продать эту Хонду, которая у нас есть, вот это вот непонятное? Не знаю, я ее давно продал, кстати. Серьезно? Да. Я не помню даже зачем. Ну, потому что имея в гараже лампу, наверное, как-то не очень иметь в гараже какую-то еще Хонду. Что такое Хонда? Мы 900 сил почти и все. Блин, интересно, а можно раскачать Хонду до 900 сил? Интригующе. А точно Хонду хочешь? Может, что-нибудь другое купим и попробуем раскачать? Я попробовал. Нет, я наоборот Хонду продаю. А, блин, я ее выбрал случайно. Нет, стоп, обратно продать. Извини, Хонда. Модифицирует Supra. О, то есть, Honda. Ну, кстати, стильно выглядит на самом деле. Так, а чем надо на твою нажать играть? Ну-ка, что будет, если хотите покинуть? Ну да. А, сейчас вот я поменяю, спойлер. Ну, слушай, мне кажется, можно ее будет что-нибудь типа раскочегарить. Но я все равно ее продам. Наверное. Кого, Хонду? Хонду. Так, как Хуракен? Блин, господи, чуть не продал Супру. Так, раз, коптяжка. Визуальная модификация, а во. Обвес. Ой, нет. Ой, фу. Ой, уберите. Ой, не надо. Бред какой-то. Фух, спасибо. Так, спой. Сейчас. Цилиндров. А, вот, понормальней. Я нашел спойлер, который подходит. Блин, мне нужен, короче, 40 уровень, а мне еще долго до него. Зачем? Там детали откроются новые. Так, что по сликам? А, у меня обычные шины стоят, нормально. Нормально, максимальная скорость, так. Чё там качаешь? Ну, Хуракейн, конечно же. Все, так, чуть-чуть. Да, думаю, BMW можно продать. Блин, 592, нет, как-то мало совсем. Мне не надо его продавать. 592, чего, доллара? Да. За машину 500 баксов. Жесть, я беру. Продай мне. Так. Блин, я бы RX 7 взял, его бы раскочегарил. Это можно было бы попробовать. Skyline 32 здесь. Клево. Или его взял бы. Кстати, Макларен сколько? 170. Ага, 171. Ровно. Так что можно взять две новые тачки. Так, ладно, я пока купил, но ничего с ним делать не буду. И зарезаться на них. Покинем гараж. В оставшееся время уже прокатаюсь на Ламборгини пока что. Блин, а сколько у тебя в ней там сил опять? Опять? Ну, в смысле, я забыл. Уже у меня сменил чуть-чуть. Подкопил. Шины сменил. Я помню, что мне даже на диске не хватает. Ладно, так поеду. Поеду без дисков. На штампах. Ё-моё, хрена себе.
Кто, я? Или ты? Я тебя на эти штуки в жизни не догоню. Это на чем? Та-дам! О! Доудж! Клево. Да. Блин, только антарестовая. Интересно, можно за этим фонарик поменять? Да. Блин, ну тогда я, тогда я удачно взял GTR. R32. Я даже знаю, к чему ты клонишь. Какой звук классный. У твоего. Ну, типа, вроде едет, но что-то вроде как не очень. До свидания. До свидания. Я думаю, разницу видно. Все покажет фотофиниш. Неважно, какая у тебя машина. Важно, если ты Доминик Торетто. Да, потому что семья это главное. Блин. Агрессивные водители на Ламборгини меня подрезают. Куда мы едем? Ты едешь в отбойник. Жесть. Я все видел. Да, это не совсем я, просто я тебя ждал. Так, маньяк или мастер? А, блин, ты сейчас опять меня объедешь. Приглашай. Понятно. Меня хотят объехать, кстати. Не, ладно, я заеду. Я сейчас заеду. На челленджеры. Против ламбы. Блин, а так мы только что же ездили. Ну ладно. Это я один ездил, нет? А, точно, я же вылетел. Да-да-да, точно. Было дело. Это все потому, что ты всех позвал, а не только меня, понимаешь? А ты сейчас впереди передо мной? А, нет, ты уже зашел. Угу. Не, ну если мы хотим, конечно, после этой гонки я поднастрою Nissan. Посмотрим, что у нас будет. Так, все, всем пока. С вами был Тиа когда-то. Чувствую себя в Англии. Я только начал гонку, а уже вижу, кто в ней проиграет. Ну ты видишь, кто в ней выиграет? Да. Остановите того парня, пожалуйста. У меня машина просто вообще никуда не едет. Она, блин, это... Только из салона. У нее обкатка! О, у нее обкатка! Все, я теперь понял, как буду отмазываться от всех проигрышей. И у меня машина обкатку проходит. Тест-драйв. Блин, у нее максималка 248, чтоб ты понимал. Зато она боком хорошо валит. Блин, ну... Я даже не могу догнать этого третьего, ой, второго. Прикольно. Просто потому, что у второго максималка выше. Я буду молчать о своей максималке, но иногда я пропускаю повороты. Потому что их просто не вижу из-за слез, которые из глаз у меня вытекают. Блин, я врезался в столб. Я вижу, не на марке втором еду, какого хрена. Ну вот я теперь пятый. Не, все, все, вы допросились, короче, я сейчас достаю из широких станин белую психопатку. Не надо. Ну это боль. Надо использовать более мощные ресурсы для того, чтобы прокачать более слабые. Я так думаю. Ты хочешь детали от ламбо поставить себе? Ну типа... Именно это я имел в виду. Блин, я еду пятый. Вот теперь шестой, охренеть, меня даже старый Порше обогнал. Он старше меня. Как ты вообще ездишь? На развале. Хайди. Блин. Блин, ладно, меня последний догоняет. Хорош. Хорош, использует везде развал. Ну же, людей достал. В смысле, контрольная точка 3 из 30?
Нет, тут по второму кругу пошел. А, это круг! Блин, тут два круга, господи, ё-моё. Угу. А ты уже выиграл, что ли? Ну, однажды выиграл, да. Не, ну я имею в виду, ты сейчас уже все закончил, ты теперь ждешь? Нет, еще еду. Пока неудачники закончат эту гонку. А мы тут боремся, у меня пот. За место под солнцем. За право тоже купить Ламборгини и оставлять их позади. А у тебя что, нет? Где Мурсилаго? У меня не было Мурсилаго никогда. А что у тебя было-то? Ты, наверное, распутал меня с кем-то из своих ламборгинистых друзей. Я так и думал. Ой, блин, ну что за стены такие? Короче, катается с нами... Да я опять чуть в эту стоп не врезался! Короче, Тига катается с нами на своих ламборгини, только ешь. Когда его мерцелагистые ламборгинистые друзья это не катаются. Да, чем-то надо заниматься. Скучно. Попоиздеваться над новичками. Я шестой. Ну, я доехал быстрее, уже не 4 минуты, уже 3.43. И банка больше. Я 3.51, и я еще даже не планирую останавливаться. Пропустить нельзя. Я обогнал какую-то Роберто, или это девочка Роберто, или я обогнал Роберто. В общем... Ну, я все еще почему-то шестой. Я обогнал... Я поехал не туда! Ох, ёб твою! Клево, как обычно. Так, я настраиваю GTR-ик. Пришло время выйти из... моей многомиллиардной Ламборгини. Возвращением на землю. Почувствовать нормальным гражданином. Зачем продать, нет? Купил, еще не продал. Чисто продал все машины, чтобы остался только Ламборгини, чтобы не выходить из Ламборгини. Полосы с шипами рвут резину. Спасибо. Совет полезный. Я не знал. Да, но догадывался. Визуальная. Зачем мне визуальная? Я только купил ее. А, подожди, клиренс это да. Чуть пониже. Так, ну я выехал, короче. Может, пока ты настраиваешься, успею гоночку прокатиться? Ну да. Сделай. Спасибо. Так, какая-то самая дорогая. Это не то. А, это спринт неплохо. Это не слишком дешево. Так. А, комплектующие в скобках трудно. Это вообще дрифт, не спасибо. Маньяк. О, маньяк или мастер. Можно его пройти. Ничего себе спойлер. Блин, такую? А, слушай, не, я знаю, что пройду. О. Странненький. Для событий нужна машина на Кайсан, купить ее в гараже. У меня есть она. Ну, в смысле, я ее, правда, не покупал, но она есть. А так, переполох, говорю, не кольцо, много на время. Вот сюда. Так, а что, слики меняются только на сзади? Ой. Что, обычно идет? Растянутый. Чё меняют шины, обычные или растянутые? Какие шины? Обычные или растянутые? Без понятия. Как можно растянуть шины, зачем? Ну смотри, вот где это делается. О, огромное, нет, подожди, с первой дороги поставим. Да нет, команда, тачка болится, но не слишком просто. Вот, даже не знаю, какие. Так. Ну, красотулька. Пороги здесь можно изменить. Клёво. А диффузор? Не, диффузор не. Там GTR качаешь, что ли? Да. Да какие копы, ё-моё! Че по обвесу? Ух ты! Обвес даже в принципе смотрится. В принципе, но... Не буду.
Вот так, где здесь? Вот. Мощность 350. Я отвык уже от таких мощностей. Так, экспресс-дрифт, ну давай. А это считается охренительно много, между прочим. Так, стой, давай по движку мне и так далее. Отсюда начнем. Ну все, я выхожу. Ты что там как? Еще не очень. На чем там выехал? На GTR-ке. Блин, зря, наверное, спойлер менял ему. Все. Ладно, пофиг. У нас какие-то все новые гонки закончились. Так, ты чё? Ты где? Ты я снизу. Снизу. Я сверху? Не, не надо так говорить. По факту. Фары классные у него. Давай занять позиции. Спринт. Давай. А, нет, это кольцо, извиняюсь, кольцо. Сейчас, погоди, я сейчас из гаража выйду. Так, сейчас я выехал. Ага, так, тогда я могу приглашать всех. Попробуем. Ух ты, нифига, не красиво он впереди вообще. Офигенчик. Угу. И у меня GTR красивый впереди. Это ты тут приехал? У заката? Там солнце, здесь солнце бывает? Вау. Это фотошоп. Ай, да это твой... Блин, я думал, ты современный купил GTR. Это вообще old. Да, я захотел 32-й. Блин, красиво он едет. Фу, тихо. Так красиво, так, стоп, что я собирался повернуть в другую сторону. Это кольцевая гонка, да? Да. Ну все, до свидания. А, у меня... Блин, слушай. Красиво валит. Вот это хорошие настройки. У меня такое ощущение, что машина, она как утюг, она весит как будто бы, я хотел сказать тонну, но она весит как будто 10 тонн. Мне кажется, следующую гонку можно было бы дрифт, но для тебя, наверное, это было бы издевательство. Ну это на супер просто пересяду и все. О! Мне кажется, рановато нам на этих тачках на эту гонку еще. Блин. Меня 7-й обогнал. Это совсем жестоко. Ну да, там был сложный поставлен. Ну, можно чуть среднее. Я думал, но думаю, да ладно. Блин, она еще не в ту сторону уезжает. Я не знаю, как тут перекладываться. Не, ну заваливает она четко. Что-то вроде вешу на хвосте у этих товарищей, но, блин, обогнать не могу. А у меня на хвосте висят копы. Как обычно, что-то не меняется. Ну ладно, хотя бы интересно, обычно тут
всех как бы обгоняешь, а... Все, давай, давай ну хотя бы пятого. А, нет, все, это финиш уже. Ой, мне куб мешает. Да. Это было фиаско. Но это мы, разумеется, вырежем, конечно же. Из серии. Ой, красиво. Такого не должно тут быть, наверное. О, я бы сказал, ну... хотя бы восьмым, но хотя... Девятых не было. Ну все, давай, предлагай гонку завершающую. Предлагай, сейчас предложу. Завершающая гонка. Средний спринт есть замечательный, кстати, прям недалеко. Я не управляю, сейчас я призову. Надо было легкий брать. За это прям за нас. Хотя, блин, вот сколько у тебя в тачке сил сейчас? 570. А у меня почти 800. Блин, нифига. И она вообще никуда не едет. Что-то надо с ней делать. Не, ну если ты сравниваешь с Ламбо... А, опять бешеный. Так уже а не старик. Нет, старика проходили бешеного. Точнее, тарика. Ну что он типа этот какого? Непройденный. Вот мои 800 сил едут, как твои 500. Угу. Так, дайте проехать молодым. А, неотесанным. Езду нам. А этот парень, кстати, с Ламбы только что пересел. Вот именно что. Я его видел. Так, напомни мне про второе место. Давай, челленджер, давай. У нас обязательно получится. А, блин, это спринт, это не дрифт. Он прям как этот, он как паровоз, короче, он просто по прямой хреначит классно. А если начинаются повороты, то конец. Извините, пожалуйста. Ничего, это видел только я и 175 моих подписчиков. Ну ладно. Вы все равно ничего не докажете. Ощущение, что я сейчас взлечу. Ну, есть такое. Фига. Блин, нет, ты по прямой улетел. Нормально едет. По прямой даже быстренько. Так, поворот, который мы не пропускаем, так дрифтим. Ну, это была плохая попытка. Во-во-во-во-во-во-во, давай. Ой, красиво. Ух ты! Нормально. Я знаю, что буду делать, я придумал. Я буду вставлять маленькие кусочки от серии, типа превью, а потом начинать с серии. Наверное. Полиция. Не трогайте меня! Ловите те. По традиции вы все время его ловите. Зачем я вам нужен? Времена меняются. Ты гость, так что да, теперь моя вселенная. Все точно. Ой, я завалил леса все нафиг. А, нет, почему они не упали? Это не Most Wanted. Блин, это так обидно сейчас было. Я думал, сейчас это будет максимально эпично. Ой, тут поворот. Ой, тут поворот, моя машина не поворачивает. Я думал, обгоню Алешу. Тут, наконец-то. Блин, это было близко, все, кстати. Запорол в конце, блин. Обидно. Обидка. Челленджер просто нависло его вывез. Ну, как бы сказал Брайан Доминику, я тебя почти сделал. Как бы сказал Доминик? Я не знаю, как бы сказал Доминик. Тебе срочно надо пересмотреть «Форсаж», он бы это сказал. Неважно, выиграл ты милю или километр, или 500 метров, или 20 сантиметров. Победа есть победа.
Так, нам засчитали гонку. А ты где? Что-то тебя не видно. Я стою у Eskill Master, но не знать, что я его собрался сейчас проезжать. Блин, я в гараж пришел зачем-то. Ой-ой-ой-ой-ой. Мы сейчас финалиться будем, да? Да. Ну да, там во время до хрена я вижу. Кстати, время до хрена. А что по времени за две серии? Сколько тут написалось? Написалось на две серии. Если я нажал на запись. 1:20. Так, осталось только тебя найти на карте. А, вот я вижу. Ой-ой, блин, если что-нибудь тут профиль в Origin открыл, извиняюсь. Так. Блин, как всегда, время быстро пролетает, но, по крайней мере, для нас, когда смотришь серию, не так быстро. К сожалению. Есть такое, да. Что верно, то верно. Так, я вот он где-то рядом. Так а нам засчитали гонку как пройденную? Знаешь, не знаешь? Да, вроде да. А, вот он ты. Е. Два, почти маслкар, у меня такой полу. Полумасл. Или полукар. Сейчас, я хочу рядом встать. Не, красиво. Так, а пока мы завершаем серию, я возьму какое-нибудь фото. Предоставляю обложку Алёше. Можно, не надо? Чего нет? Так, в общем, всем спасибо за просмотр. Мы наконец-то, блин, собрались и дописали дальше Need for Speed. Один из лучших и реалистичных, кстати, NFS. Ну, по крайней мере, по графике и по тачкам. И дождливый, самый мокрый, самый нерадостный, самый депрессивный. Короче, как по Питеру касаемся. Да, именно так. Ну что, я, наверное, сейчас сразу с этим попрощаюсь. Спасибо за просмотр и до новых встреч, надеюсь. Ну, в общем-то, да. А пока всем пока-пока и передаю слово, соответственно, моему дорогому коллеге. Все, а я удаляюсь. Но челленджер останется. Коллега, все, пока. Коллега Ледин, до свидания и до новых встреч. Да, надеюсь, что скоро запишем и дальше. Всем хорошего настроения, всем удачи и всем пока.